Быстрей, Ну нельзя ладно, так. давай, ну давай. Давай, не дам. Всем Не привет, надо. дорогие друзья, с вами Трубоёжик и Настя. Настя, привет. Привет. Че? Ты сломала? Мой сундук сломала? Вредина хренова, иди сюда. Пошел отсюда. Она сказала Уйди, человеку. противный. Чё? Где эта кочерышка? Пьяная лошадка, Уйди, иди сюда. противный. А, это не убивает же. О. А. Иди сюда, я тебя Спасибо. буду ништячками одаривать. Давай. Я жду. Это все слышали? Настя охерела. Давай, я жду. Жди. Нет, бы Ну и сказать, ну ладно, не хорошо, надо. там, не знаю, как девочка, кокетливо. Бе. Няшно. Где ты Бе. там? Ты коды умеешь писать? Будешь писать? Или все поназабыла? Сам учись. Все поназабыла. На, держи, я всякий хлам, который мне не нужен, я тебе дам. Золотые яблоки дать? Нет, на. Давай, все. Рыбу я не дам тебе, вот мясо я тебе дам, поешь. Удочку тоже не дам. Жадина. Ну на. У меня ультиматумная супер удочка. И какое-нибудь оружие, либо меч, либо лук. Чё хочешь? Ну чё хочешь ты, я тебя спрашиваю. Да мне все равно. Тогда на. Он без стрел. Зашибись. И, ну, в принципе, все, тебе больше ничего и не надо. Мусор. Все, буду луком сражаться. Иди сюда. Просто лук без стрел. Я знаю. Я могу тебе вот этот бесконечный лук дать, конечно. Да или не вот надо. этот меч, который убивает все живое с первого раза. Уточка, точно. Эй! Больно? А мне-то. Я вообще сдохла. Не знаю, ну, у тебя Блин. вещи сохранились. Смотри, Я вообще в крипер. воду упала. Из-за тебя. Ай. Ты видишь мои стрелы? Эй! Кривой. Кривой, смешно. Кривой. Смешно. Давайте вместе посмеемся. Давайте, это ж так весело. Все тут удочкой бедного зомбика. Слушай, на, да, держи меч. Ого. Только ты мне не бей. Он убьет с первого раза. Все Я живое. знаю. Ты мне броню попутаешь. Спасибо. Пошли. Пожалуйста. Пойдем, повоюем, убиваем зомбиков всяких, паучков. У меня стрела есть. Слушай, давай знаешь, что сделаем? Что? Это мотореспаун у нас установлен, так, для подписчиков скажу. Да. Мы будем сегодня убивать царя скорпионов. И добудем с него тебе шмотки. Там с него все падает алмазная всякая фигня. Птичка! Сдохни, сдохни, сдохни. Птичка, синичка. Алмазные Чего? Босоножки. Ты мне помешала птичку тютюкнуть. Ну, опять я виновата. Да. Если снимаешь Всегда со я мной ты, будешь виновата ты. О, вон он, вон он, вон он, царь скорпионов, дорогие друзья. Два царя скорпионов. Давай ты убьешь, у меня... Ой. Сыкотно, да? Тебе, да? Так у меня ничего нет, у меня брони птичка, даже. Птичка, сдохни. Ладно. А этих уже нет. Они есть, вон они. Вон Слушай, они. Два это много слишком. Их два. Смотри, какой я сильный. Ты вот этих убивай, которые рядом со мной, чтобы они меня не кусали. Вот они. Да-да. Ну и слушай, здесь 10 криперов взорвалось. Крипера? 10 криперов. А, сори. Эй! Что, тебя убили? Настенька, тихо оттуда. Ты попейте ко мне. Так, ТП. Ох, слушай, он умирает! Хелп, хелп, хелп! Подожди, как? ТП, Солидель, трубоёж. А? Да он меня опять убил. Давай быстрее, давай очень быстро. Он наполовину жизни. Только не умирай. Ой, я ему снесла хпшки. Фух, я чуть не сдох, давай быстрее. Ага, умничка. Ты ему хорошо сносишь. Сколько у него хп, кто видит? 125. А почему я не вижу? Не знаю. 95. А, все, я вижу на верхнем углу. Всё, я не в тот угол смотрел. 78. Стой. У него. Подходим ближе. Он плохо плавает, я заметил. Ой.
А ты тоже. 70, 62, 50, 50, 39, 39, 30. Где он? 17. Вон он там. Где далеко. Он? А. Его откинул. Он восстанавливается, скотина. Блин, почти. Я его почти убила. Я его убил. Все. Эй, паук. Ой. Где там что-то бьют? Вон его шмотки внизу, собирай. Не понимаю, где? Кто это? Скелет еще стреляет мне. Тут фигня полная. О, меч упал! Собирать будет или нет? Он а. Меч упал, на тебе меч. Их два теперь. Серьезно, такой крутой да. меч или... Такой же. Давай. Взяла, чуть в воду кинула. Ничего страшного. Охрененный классный меч. Если шмотки там есть, бери. Нет, там. А вон там, да? видишь, звездочки валяются, опыт. Возможно, там тоже есть что-то. Мой опыт. Ясно. Так. Ой. Слушай, надо что-нибудь посерьезнее убить. Охота на монстров объявляется открытой. Да. Да здравствует. Чего? Да здравствует. Этот ловушка мне надоел. Господи. Хорошо называть их. Мелкие зомби. Я его называю уголошкой. Меня бесит это. Бесит меня, бесит. Да, бесит. Нафтяне ты. Конечно. О, тёлочка. Она моя. Отойди от моей тёлочки. Ну точно не моя. О, она горит. Она поджарилась. Наркоманский муравей. Пошли на нарком... Пойдем роботов поубиваем. Подожди. Иди сюда. Быстренько. Иду. Пока он не спрыгнул в лаву и не самоубился. Давай. Давай. Все, я перешел. Я еще нет. Ну, я тоже еще нет. О, я уже все. О, мир роботов. А тут темно уже. Ну, я знаю, везде темно. Пойдем роботов мочить. С них выпадают интересные пушки. Ого. А ты невидимый. Это пока. Я знаю. Я знаю. О, не вот учи два меня. Робота убил. Иди сюда, собирайся, блин. Да тут фигня полная. Вон те красные шарики, это оружие. Я знаю. Не учи. Тогда не умничай. Типа фигня полная и так далее. Вдруг ты все поназабыла. Стой. Я все помню. Курка памятью. Да, да, да. Слушай, надо убить другого робота. С него выпадает. Бластер. Сама знаешь что. Бластер. Вон он. А, это не он. Здесь одни и те же роботы, представляешь? А вон он, наверное. Нет, это не они. А да, вон там вот. Огромный какой-то, да. Похож на этого. Ой. Семен Семенович. Я завис. О, мы его будем долго убивать. Ой, у меня пол хп, мамочка. А у меня я провалился в ямочку. Его сколько надо убивать, по-моему? Ай, ты чё, он на меня идёт? Эй, он исчез. Вот он. А чё, нет, а чё нет. ты с той стороны делаешь вообще? Я тебя вообще не вижу. Вон, я через гору. А, всё, вижу теперь. Ты просто ты невидимый был. Угу. Это просто ты не умеешь смотреть. Тебя столкнуть вниз. Нет, блин, иди помогай лучше. Так у меня брони нет. Смысл? А, у тебя же лука нету, да? У меня нет лука, да. Нет, понимаешь? Лука, да. Понимаешь, детка? Я его почти Кш-кш-кш. Убил. О, я его тоже, нет. Не этого, вот этого убивай. Лука. Он не пробиваем. Где он? А, вот, давай, отвлекай его. Я пока соберу ништячки. Ага, соберешь тут ништячки. Я в воду упал. Убей, его убей, убью. Убей! Тыпы ко мне, тыпы быстрее. Где он? Ой. Все, вот есть. Все. Это я его убила. А, крипер! Меня чуть не убил крипер. Поздравляю. И вот это с него не упал бластер. Или упал, но он находится в надежных руках. А у меня реально нет.
Вот, меня убили. А, я... Смотрите, что я могу. Эй! Я бластер чуть не потерял. А, не, хорошо. Хдыщ, хдыщ, хдыщ. Я уничтожаюсь живой в этом мире. Иди сюда, наркоманская лошадка. Это я тебе, Настя. Я для тебя штанишки нашел. Ой, у Насти опять оборвался скайп. И в этот момент мы сделаем паузу и подождем, пока она вернется. Утю-тю, наконец-то Настенька вернулась и могла поздороваться. Привет еще раз. Привет еще раз. У нее там, она живет в глухой сибирской деревне, и корова вот такая же съела ее интернетный кабель, и у нее оборвался интернет. Слушай, откуда у тебя моя пушка? Это не пушка. А, ты лазерами. А что ты мне броню портишь-то? Да ладно. Пойдем телепортируемся. Куда? В другой мир. Сейчас выберем. Не, этот не надо. Во-во-во-во, иди сюда. Вот давай на этого. Ща. На серого. На серого? Да, с это красным? Рай. А. Не, это. Слушай. Угадай, где я появился. О, угадай тоже. Ты это что, муравей. Пинаешь, муравей. Чё? Эти чё слышал? Ты невидимая. И пользуешься этим. О, круто. Можешь тебя столкнуть отсюда. Себя столкни отсюда. Не получится себя. Меня голем убил. Потому что у меня брони нет. Слушай, откуда у тебя здесь грибы? Не знаю, наркоманское дерево. Угу. По-моему, я его сажал. Не-а. Точно? Не-а. Ты что, не помнишь прошлые серии? Я в них сажал какое-то дерево. Да нет, это не то. Эй! Это слушай, я посадил. Здесь шапочка и еще какая-то фигня есть. Иди сюда. Все в добрые руки, это ко мне. Так. Вот. В своем духе. Херней страдает. Добрые руки. С каких пор у нее вообще появились руки? Насколько руки? Я знаю, у нее все, что не растет, это из попы. В том числе и руки из попы растут. Для тех, кто не знает, или для тех, кто иностранцы, повторяю, рост руки из попы считается очень популярным в Российской Федерации. У нас большинство автомастеров именно так и работают, с такими руками. Ну, также большинство других работников нашей промышленности. Хотите прикол? Прям в хлам. Если, к примеру, у вас родители там, не знаю, работают на автозаводе, где-нибудь на стройке или еще нибудь, спросите у них, у вас руки, типа, у них руки из попы растут или как? Это будет в тему, но вы... Это будет весело. Ремня получите, наверное, если да. У вас злые родители. Если добрые, они поймут шутку. Еще спросят, какая-то сволочь тебя научила так говорить? Скажите, турбоежик. И он вам запретит смотреть интернет. Да. Родители скажут, отписывайся, все. Не, они скажут, они даже не знают, что такое отписываться, большинство родителей. Они скажут, просто удаляй у тебя компьютер. И иди уроки учи. Иди уроки учи, во. Ну, это если вы школьник, а если вы уже взрослый, то же самое, то, наверное, будет. Ты надоело мне телепортироваться, тебя что, не учили? Постоянно. Я к тебе не телепортировался ни разу. Телепортировался, только не, ну, не сегодня. Ну вот именно. Эй! У меня, смотри, как будто дерево закончилось. Иди сюда, телепортируйся. Да я могу добежать. Ну ты же кочерышка. А эй! Ты не... пушку? Ко мне. Видишь меня? Ну. Я хорошо одет. Ну да. Смотри туда. Не, вниз. Не туда вниз, вон туда. Прямо и куда чё? Я смотрю. Вон. Да. Да, вижу. И сразу побежала. Когда
его добудешь обратно в ту же сторону, там, где я стоял. В конце листвы тоже там. Блок. Эй! Падай. Не дождешься. Аж дыхание у бедной девочки. Оу. Темнеет. Слушай, знаешь, как в Таиланде хорошо, когда темнеет? Когда а темнеет. У меня кирки нет. Попросила бы. Доставай сам. Доставай сам. И дай мне. Я нет. Знаю, Настя. Нет. Не дай, не давай. Ладно, сохраню его для другого. Да, сохраняй. Участника. Мне все равно. Ей все равно, видите? Да, блин, добывай давай. Чего добывать? Тебе же все равно. Алмаз добывай. Ну ладно, как хочешь, я слезаю. Слезай. Ну вот, все, со слезами на глазах. Так я уж слезла. Я просто высоко лезу и хочу посмотреть, что на вершине вот этого дерева. Если там будет аметист или еще что-нибудь такое, мы будем миллиардерами. А, ну я вниз тогда, ладно? Потому что, сама знаешь, алмазики это не круто. Слушай, у тебя же железо дофига, сделай себе кирку. У меня нет железа. После големов у тебя полно железа. А, ну да. Железный блок. Ой, глупая девочка. Да я в Майнкрафт не играла, понимаешь? Я в Майнкрафт не играла. Чё? У меня палок... О, кто-то срезал мой блок. У меня палок нет для кирки. Ага. Ну, а тут дерево полно, точно. Ну, конечно, ты на дереве живешь, деточка. Палок у нее нет. Вот когда вырастешь, тебе расскажу, что такое палки. Оу, я упал. Ну, я специально упал, конечно. Эй! А, овца это. Я думал, откуда здесь паук? И глюки. Смешню. Не смешно. Абхак. Хоть. Я убил олененка Бэйби. Бэйби? Как звали олененка? Джимбо. Во. Олененок нет. Джимбо. Нет. Вообще-то а Бэмби. Бэмби? Джимбо это вообще слон был. А, точно, Бэмби. Бэмби сдох. Чё? Мы такие добрые сегодня. Фу. Что? Что ты фукаешь там? Плохой ты человек. С какого хрена самый добрый человек плохой? Не смешные у вас шутки, мистер. Ой, шутки за 300, у тракториста. Я не про это. Вот иди, у тракториста. Вот сейчас пойду. Да ладно, я не удивлюсь, ты ПТУ учишься. Там у тебя и сварщики, и трактористы. Нет, там только медики. И всякие... У нее 5 мужиков учатся на медсестру. Ну и как мужиков? Пацанчики мелкие, ну вырастут-то, может быть, и станут мужиками. О, блин, лучше бы они на гинеколога пошли бы. Я поняла. Вот когда вот это чудовище, вот эта озорная лошадка говорит, что она поняла, это может означать все что угодно. Она может такую херню понять в своей черепушке, что потом хер распутаешь. Короче, ребят, все. Это, я не знаю, что сказать. Я обиделась, я буду молчать половину видео. Издевается он. Пишите в комментах. Плохой ёжик, всё плохой. Я тебе не сказал, а ты уже, я поняла. И вот что так я поняла. Хрень могла понять? Вот это мне интересно. Что там могло разложиться в понятие? Что... Даже я бы не понял. Ой. Мозги ну, на что ты поняла? Разжуй. Не буду. Разжужуй. Зачем? Чтобы значит, все поняли. Не аудитория ты. Маленькая. Ой, точнее, маленькие люди. Да, дети. Ты офигела. Значит, она неправильно поняла. Правильно. Правильно. Я подбываю, я пуп мироздания, я Нафтенька. Причем даже не Настенька, а Нафтенька, у которой все нормально.
Она всегда так говорит, не выговаривает букву Это ты меня заразил. Он постоянно говорит нормально, нормально. Хотя я выговариваю R, теперь я ее не выговариваю. О, я нашел потому что я говорю чику. Теперь нормально. Что ты там сказал? Я нашел новую чику. Новую девочку. Вот Привет, ты... девочка. Ты говоришь букву R? Она такая молчаливая, красивая. Почти. Одета как бомж. Ну не, не как бомж, у него вот цветные волосы. На эту похоже, на Кешу. Попугай. А вот это на тебя похоже. А на груди у нее та же хрень есть, интересно? Можно это ТПшность? Да, ТПхось. У нее нету. Вот видишь, она со вкусом цыганка. И то со вкусом одевается. Я не виновата. Я не буду к тебе поворачиваться. А ты в броне, тупая черепушка, ты все равно Ой. Не видно, что у тебя на груди. Блин. Ну как-нибудь вы перемотаете серию назад. Не смотрите. И увидишь, как, что она нацепила себе на грудь, на свой скин. Не смотрите. Вот, просто так в медии не учится. Я стесняюсь. Стесняйся, уже поздняк, блин. Да блин. Слушай, у меня подвисло. У меня тоже, спасибо тебе. Вот я заметил, с тобой всегда лагает. У тебя ты не чё, только офигел? Мозги лагают, только иногда и Майнкрафт, и даже Скайп, который в принципе скажите, не должен лагать. Напишите плохой ежик, он обижает меня, все. Началось. Я обиделась, дуется. Иди сюда. Нет, я обиделась. Сюда иди. ТПшиться будем в другой мир. Косой. Красиво. Где Боровейка? Ну? Какой мир? Давай вот в этот острова. Там злые мобы. Слёзлан, нет! Что я сказала? О! Летающая тут хрень! Тут, да, летающий, да, да. Летающий, летающий! Летающий хрень! Вау! Убивай! Вау, он меня она убил! Она очень опасна. Ай, ты пахайся! Я ТПш. Да меня убивает. Еще вот эти гадюки убивают. Меня тоже. Летающий монстр. Это нигматура. 3 хп, 2 хп, все, он сдох. Сама ты сдохла, он... О, убил я его. Слушай, а с него упала музыкальная палочка. Чё? Музыкальная, это чё? Я не знаю, вот потыкай ей. Это не палочка. Где палочка? Вот палочка. Ты что, её не взяла, что ли, опять? Ничего она не делает. Тыкни об землю, ударь. Ну? Ну? Ударь меня. Да это бесполезная штука. Не, я что-то ей делал. Да это не то было. Глупая кочерыжка. Я ее палочкой долблю. Она взяла меня... Красиво. Я даже где возродился? Он на острове. Слушай, ты... Чего? Ты глупая девочка, иди сюда. Сам ты глупый. Глупый отойди. Мальчик. Отойди. Да, я зависла. Ты не даешь мне блок поставить. Где? Котинка мелкая. Это было смешно. Зависла она. Я реально зависла. О, отлично, подбери. Точнее, я тебя... Где? А, вот. Только не ломаю блок дерева, иначе я свалюсь. А, ну ок. Все сломал. Вон там еще один аметист. А я хочу, знаешь, я хочу растение убить. Что с него выпадет? Его я никогда не убивал, я не знаю, что с него убить. Все что угодно может с него выпасть. Я хотела бы. Соседний остров тоже залезь, и вот тогда будет все. А у меня нет этих блоков. А не, у меня есть песчаник. Вот, видишь? Это я тебе скинул. Нет. Чё? Там глаз чей-то, глаз Эндера. Я знаю. Нет, кто? Я пошёл отсюда. Так. Он вон та хрень летающая, блин, она опасна. Пойдём от неё. Там еще сороки какие-то. Вот эта сорока самая опасная. Ты, она там еще и везде. Она за нами. Летит, бежим. Можно тут дракончика найти, его приручить. Мясцом.
Место. Я это уже делал, только я не помню, где мой дракон. Он исчез. Он тебя покинул, потому что ты себя плохо вел. Где ты говорливая лошадка? Я тебе не лошадка. Скажи, йо-хо-хо. Нет. Вот так. Сам скажи. Вы можете и изображать голос животных, Настенька? Ёжик, ой, блин, как тебя зовут там? Ты можешь. Ты можешь. Слава богу, я в броне. Ну это лук, он не вредит. Нет, я про другое. Понятно. Блин, почему? Кстати, мы уже довольно неплохо снимаем, довольно долго, 45 минут. Давайте сделаем вторую серию, да? Наверное. Иди сюда. Заканчивай серию, как я обычно заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. С вами были... Ну? Трубоёжик. Ну и Настя. Всем пока. Ну, примерно так. Только вот без вот этого дурацкого акцента, типа... Всем пока, с вами был Трубоёжик, Настя, делитесь видео. И не так быстро. Я знаю. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк. И что там? Я забыл. Делитесь видео, да. Вот там есть кнопка поделиться. Ну и подписывайтесь на канал. Дальше будут новые видео. И совсем скоро выйдет вторая серия. Я опять завис. Я тоже. Все из-за тебя. Потому что я гранату пульнула. Все. Чего там? Гранату родила? Гранату пульнула. Сзади монстр. Понятно. Всем спасибо, всем пока.